cosa fa il pezzo? Твиттер из Польши поделился видео того, как беженцы буквально накуривают дымом ребенка, чтобы вызвать у него слезы. Через несколько минут он уже на камеру жалуется, как нехорошие поляки не пускают его в Германию. Польская полиция использовала какое-то вещество, и теперь мне плохо. У меня болят глаза. Они не пустили меня внутрь. If he die, what I am doing? Maybe tonight is die, but I'm come here and my life right now is safe. I don't know for after.